Оказаться в настоящем музейном царстве смогут посетители Волгофеста. Крупные самарские культурные центры раскинули свои площадки прямо на волжском песке. Здесь гости смогут оказаться в желудке древнего чудища, познакомиться с Бабой-Ягой, погрузиться в подводный мир и увидеть жилище древнего волжанина. Мы приглашаем сюда родителей с детьми, чтобы объяснить детям, для чего таки нужна ступа, ушат, ухват и прочие вещи, назначение которых дети часто забывают или вообще не знают. Атмосфера сказок, чудес и беззаботного волшебства пропитает все площадки и арт-объекты Волгофеста, потому что тема этого года – детство. Для зрителей подготовили концерты и выступления вокальных и танцевальных артистов. За познавательную часть Волгофеста будет отвечать фестивальный городок, где детство откроется с нескольких сторон – научной, практической, философской и психологической. Гости смогут попробовать и блюда волжской кухни, а изюминкой станет специально созданный к фестивалю спектакль «Сказка о потерянном голосе». Это спектакль, написанный нашими самарскими сказочниками под руководством Дениса Липстера. Написан он с участием детей. И это спектакль про Волгу, про царевну, про заката, восхода. В общем, все то, что определяет жизнь Самары. Помимо интерактивных площадок, жители и гости города, вооружившись кисточками и совками, смогут поучаствовать и в раскопках воображаемого волжского 10-метрового ящера, чьи кости будут частично закопаны в песок на территории фестиваля. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События.